это место возле между Санджаком и Киренией. От главной дороги вообще буквально 200 метров проехать. Дим, Вот это место нам больше нравится, вот визуально то, что есть, и даже как выглядят эти виллы. Мне нравится, вот получается у них это, и периметр огорожен этим, короче, камнем, нормально сделан. Сколько? 135 тысяч виллы здесь? Фунтов, да. Санджак, это вот место просто потрясающее. Довольно широкие улочки, видны горы. Я тоже хочу, Дима, я тоже хочу. Короче, жена уже загорелась даже тут сама. 135 тысяч, вообще просто космос. Смотри, своя территория, как я мечтала. Есть территория побольше. Ух ты. Мне нравятся ступеньки. Довольно аккуратно сделаны. Мне нравится вот эта инсталляция, вот это что покрыто вообще, плиткой. Вообще, эти деревья садовые. 135 тысяч плиток. Все, я хочу. Смотри, какая площадь. Да, тут уже огромная площадь. Находится на такой возвышенности небольшой. Тут можно реально затеряться. Мне нравится, что тут еще находится кухня до потолка, то есть они максимально сделали, такая кухня здоровская. Какие высокие потолки! Мама, кухня хорошая? Ну, кухня, столешница, это не гранит, но в целом довольно неплохо. Здесь получше, намного поаккуратнее. Здесь все получше. Это, кстати, очень похоже на линию, которая у нас на тренинге. Плитка гранитная такая. И вот здесь, смотри, полочки, Дим, под лестницей, да. Смотри. Место для батареи. Офигеть. Мама! Полки. Мама, а можно я тебе... Дима, я хочу эту виллу. Я себе потом... Смотри, как я здесь сделал. Ну, я не знаю, это точно это вилла? Будет посмотреть. Потому что, может, вилла, которая, что-то, смотри, третий этаж даже есть, что-то то слишком велико будет. Слишком дешево. Да, для такой виллы. Потому что вилла вообще потрясная. Смотри, какая тут плитка инсталляция, офигенная. Ага, посмотри. Смотри, как красиво под бронзу такую сделано, вообще красиво. Вообще, мама, тут тоже ламинат, тут белый ламинат. Ламинат, смотри, ну, комнатки небольшие, вот это большая. Это ваша, чтобы давать. То есть, ну, там тоже находится три комнаты, да? В смысле, большая комната довольно. Вид красивый. На полу ламинат лежит. Да, это 3 плюс 1. Ну, это не знаю, посмотрим еще другие. Это тоже ламинат лежит. И это здорово. Здесь есть выход на отопление. Да, я вижу. Тоже довольно такая аккуратная терраса. И вон море видно. Кстати, просматривается и море, и видны горы. Прям в горах, прям в горах. Строим шкаф. Вот эти маленькие, как вот кабинет там сделать. Нет, ты знаешь, вполне нормально, аккуратно. Я хочу сказать, что... А там, наверное, подожди. Выход на крышу, наверное, скорее всего. Да. Ну, ты знаешь, вообще, такой простор ощущается, честно говоря, я в этой доме. Мама, ты просто в этом мечтала. Смотри, Вика. Для прачечной, для всего чего, почему? О, для прачечной. А давайте я вам покажу фокус, давайте. Давай. Офигеть, я прошла сквозь стекло. Смотри, мам. А здесь они, наверное, под барбекю. Да, еще под барбекю. Здесь просторная. Вообще. И виды, конечно. Да. Да, сейчас посмотрим. Ну. Просто мы, наверное, зашли в виллу, которая побольше. Но это классно, мне понравилось. Вилла потрясная. Бомбическая. Мне нравятся эти перила, типа из нержавейки, не знаю, из чего они там сделаны. Мне нравится очень плитка, реально хорошая, такая добротная плитка и отделка. То есть в сравнении с тем тауном, по мне так по визуально небо и земля. Очень высокие потолки, тут, наверное, 3 метра потолок. Короче, 2 меня, так точно будет, может даже больше.
Сейчас мы посмотрим еще другие варианты. Блин, это бомбические. Вот эти, вот этот так называемый таунхаус, я не знаю, как его назвать, вот это типа двухэтажные виллы, да, вот, она стоит 135 тысяч фунтов. А, причем там есть, насколько я понимаю, знаю, рассрочка. А, есть своя небольшая территория. Ну, это относительно даже, я бы сказал, нормальная территория из того, что есть, обычно вижу. Вообще, классный вариант. Я хочу сказать, это одна из лучших вилл по цене, вот именно таунхаус, который я видел. И мне вообще этот райончик понравился. Вика, смотри, а там сзади парники, там что-то выращивают. А вот это идут уже отдельные виллы. Отдельные виллы. Мы сейчас тоже зайдем и посмотрим. Я не знаю, сколько они точно стоят, но думаю, учитывая их размеры и то, что они располагаются отдельно, я думаю, на цену повлияет. Вот смотрите, еще одна вилла с такой вот территорией большой. Сзади парники выращивают фрукты, овощи, я так понимаю, там и горы сразу. Вот площадка для террасы. Тут можно поставить какие-нибудь там сверху перголы, и можно ничего даже не ставить. И так будет круто смотреться все это. Виды офигенные. Тоже большая кухня. Кухня располагается и выделена отдельно, как отдельное помещение. Здесь, кстати, помещение поменьше. Мне даже там больше понравилось. В той. Плитка такая. Не, она неплохая, серая. Но... окна. Окна могли бы сделать, вот, учитывая, что сзади, могли бы сделать просто окна в пол. Вот там такие виды. Подведены тоже под батареи, под отопление. Тут какая-то комната, но я не знаю, что это. А, она тут тоже комната. Здесь у нас прячется встроенный шкаф. Это входная дверь, то есть это прихожая. Но тут у них это стекло. Нас встречает раз комната. Одна с такими красивыми видами. Красивые ступеньки, мне нравятся. У вас видите, тут что-то разбили. Видимо, разбилось от... Не, тут... Да, вот, а то и фигура. Комната с личным туалетом, кстати. Она маленькая. Ну да, что-то маленькая комната тут. Туалет с ванной. Комнатка реально небольшая. Такая как это. Этот у нас есть, получается, встроенный шкаф. Но самый класс, нет, конечно, это терраса. О, терраса здесь, конечно. Терраса бомбическая. Ты там что-то виды, виды. И виды шикарные. В общем, я не знаю, если, как бы, мне кажется, лучшего предложения реально не найти. Ну, а пока из тех, что я видел, я бы, честно... Если бы я вот такое предложение увидел, мы с тобой, Вика, бы, походу, да, тут бы уже сидели. И тут как раз-таки тишина, вот это лоно природы. Вика! Тут тишина, лоно природы, скажем, да, и рядом же находится дорога эта, которая ведет в город. Да, в город, тут вообще место шикарнейшее, оно в город. Мне, сейчас мы больше пентхаусы понравились. Ну что, вот первое, что мы смотрели, там, да, там это хаос, там хаос, это вообще просто космос, да. Здесь мне плитка не нравится. Если бы еще... Эту виллу уже, я смотрю, купили, потому что уже здесь чемоданы, вещи. Мам, они уже, думаю, все куплены. Пошли. Нет, просто, ну если бы... Получается, здесь я находится... Хочу этот таунхаус. Я хочу этот дом. Послушайте, люди, вот эти тауны, это, хочу сказать, пока лучшие тауны, которые я и видел. Которые я видел за все время, что мы ездили. И по расположению, и по внутри, и по отделке. Да, да. То есть это... Сейчас мы еще посмотрим, почему как выглядят квартиры. Так. Это коридор. Ну смотри, тут где-то точно разделили плитку, а кухонная зона и виды красивые. Там бассейн. Здесь, смотри, свои терраски, можно, да. У них здесь можно тоже поставить сарай. С такой террасой и бассейном еще выходящим. Там детская площадка есть. А там, смотри, еще и детская площадочка. Офигеть.
есть. Какие виды? Классные. Виды. Кстати, просто мама, потрясающие. Мама, в другом гости ходить, мама. Угу. Василиса, жди меня. Сейчас, даже на первом этаже очень даже неплохо все. Потому что вот ты вышла вот с этой тряской, вот твои для детей лужайку засеял и под деревья садил себе вокруг. Мне знаешь, что нравится на квартире? Мраморная плитка. А смотрите, тут еще какие-то поставят, видимо, тут будет, наверное, навес какой-то ставить. Потому что видите, стоят эти штуки. Ой, посмотри, как красиво. Вот, здесь тут вода есть. Ага. Здесь уже, да, сделано красиво. Да, а, вода есть. Есть вода. Можем через душ. Душевая кабина. Сейчас заходим в апартаменты 2 плюс 1. Нас встречает сразу справа шкафчик с бойлером. Справа располагается душ. Слушай, ну туалетом. Смотри, красивые, как они его сделали. Посмотрите. Вот это очень довольно. Реально сделали красиво. Смотри, инсталляция. Инсталляция. Инсталляция сделана. Живая. И заметь, по качеству самому довольно все аккуратно сделано. Нет такого какой-то грязи. Смотрите, ламинат. Как бы обычно любят плитку, все плиткой заложить. Встроенный шкаф. Все аккуратно довольно сделано. Все беленькое. Вторая комната. Комнатки где-то квадратов по 8. Они небольшие, но в то же время они довольно-таки уютные и аккуратно сделанные. То есть вот шкаф, встроим стену, то есть, соответственно, создается вот такое прямоугольное помещение аккуратной формы. Зона неудобная. Так, вот мне нравится, что тут какой-то узкий коридор, да, который просто занимает много пространства. Да, и он просто так. Так, вот кухня. Кухне нравится то, что тут тоже потолок, куча шкафчиков, всяких секций. Но по факту это просто создает впечатление, что я пришел просто на кухню. Я не пришел в гостиную, тут места мало реально для гостиной. Здесь диван поставить. Вот, здесь есть терраса, и вот тут получается, не знаю, тут то ли будет взливать бассейн, то ли будут делать тоже какую-то площадку. И еще, наверное, у владельцев верхних этажей в этом доме есть свои террасы. Вот эти танхаусы, которые нам понравились. Вообще, просто зачетные. Мне даже понравились не больше, чем эти виллы. Виды, камера. И 50% не передает этих видов. А вон море видно. Тут будут фонарики, наверное, еще гореть. Говорю, еще вот тут сам участочек такой небольшой. Тут с этой стороны. Потом есть ворота, да, твои личные. Чтобы можно машину было поставить. Сзади есть участок, можно там либо газоном засеять, либо еще что-то сделать, но я бы тоже что-нибудь типа газона сделал. Не бетонировал бы точно. И молодцы, что они не бетонировали. То есть и тут вон спрятана довольно аккуратно эта бочка, которая находится. Она не видна, не переграждает. Участок огромный. Довольно большой участок. Вообще большущий. Во-первых, тут тенек. Вот сейчас солнце, да, там? Здесь создается такая тень. Есть еще выход под отопление. И видишь... Под газовый котел, я так понимаю. Видишь, выхода у них под отопление нет. Папа, пойдем за... Вот этот танхаус. Тут эту площадку, я так понимаю, расчистят. Не знаю, что тут будет делать. Она, в принципе, небольшая. Вот, смотрите, самое главное. Тут уже располагаются частные коттеджи. И прямая дорога, которая сразу ведет на дорогу основную между этим Малсанжаком и Кереней. То есть все рядышком, близко находится. Тоже много зелени, деревьев. Мы выезжаем с этого комплекса, буквально проедем с вами 100 метров, и мы выходим на главную дорогу, ведущую от Алсанжака в Керению. Смотрите. Это она находится между Алсанжаком и Кереней. Это даже еще круче.